Строгал шерстится цветковый. Семейство бобовое, в народе называют кошачьим горохом. Траву срезают в фазе цветения на высоте 5-7 см от земли. Сушат на чердаках или в хорошо проветренных сараях под навесами, разложив слоем 3-5 см на бумаге или ткани. Часто переворачиваю. Сушку продолжаю 5-7 дней. Строгал расширяет коронарные сосуды, сосуды почек, повышая диурез. Астрагал применяют при начальных формах гипертонической болезни для лечения больных с хронической недостаточностью кровообращения при пороках сердца, при заболеваниях почек, не сопровождающихся задержкой жидкости. Настой астрагала шерстистоцветкового при местном применении оказывает ранозаживляющее и эпителизирующее действие. Применяют настой при гингивитах, стоматитах и пародонтозе в виде полосканий и для приема внутрь.